Представляем новый формат мини-кофеен. Наш формат называется Coffee Shake. Основной продукт – это кофе, чай и молочный коктейль на основе мороженого и молока. Собственно, это маленькие, как сказать, мини-кофейни, где-то в среднем там, 6, от 5 до 7 квадратных метров. Это модульные конструкции, которые собираются на месте, все оборудование устанавливается, которое легко переносится, перевозится, монтируется, демонтируется, никаких неделимых улучшений. Полностью открыть кофейню стоит вместе с оборудованием 1 300 000 рублей. Мы считаем, что сейчас кризис, это должен быть очень востребованный формат с недорогим стоимостью входа. Да, то есть 1 300 000, в это входит все полностью. Это и киоск, и оборудование, и запас продуктов для начала работы, и обучение персонала. То есть все полностью, то есть, чтобы этот, ну, вход в этот бизнес стоит 1 300 000. То есть это не полноценный формат кофейни, где-то, который открытым стоит там 10 миллионов рублей, да, а это такой вот бизнес, который можно, скажем так, за стоимость одной кофейни можно открыть 5 или 6 вот таких мини-кофеен. И плюс к этому, конечно, основное преимущество – это что нет никаких неотделимых улучшений. То есть если вдруг даже не угадал с местным, не дай бог, да, то можно этот, соответственно, киоск разобрать. Очень быстро он разбирается буквально на 3 модуля и перевести его в другое место, там собрать и там в течение одного дня начать снова работать. Мы считаем, что это бизнес-центры, это торговые центры, где в основном превалирует дневной трафик, это вокзалы, аэропорты, вузы, то есть любое, на самом деле, любое место, где есть большой утренний и дневной трафик. Мы подсказываем нашим связи, если у нас есть возможность, то есть к нам, конечно, обращаются арендодатели и предлагают помещение, предлагают сотрудничество, то есть если у нас есть возможность, конечно, мы помогаем. Но сами понимаете, находясь в Москве, очень тяжело помочь подобрать помещение, например, в Владивостоке. Наши франчайзи получают полностью отработанную концепцию, рецептуру, всех полностью поставщиков по всей продуктовой линейке, там кофе, молоко, сиропы, топпинги и все прочее. То есть они получают фактически готовый бизнес. Плюс мы проводим обучение для бариста. У нас мы не используем автоматическую машину, то есть у нас полностью все напитки делаются вручную бариста. Мы обучаем бариста. То есть они получают на старте абсолютно готовый бизнес, то есть который с первого дня начинает зарабатывать для них деньги. У нас есть специальное предложение для наших новых франчайзи, учитывая, что мы только открываемся и хотим очень быстро развиваться. У нас предложение, мы не берем паушального взноса, первый год нет никаких роялти, с второго года 5% роялти. То есть мы даем возможность нашему франчайзи быстро открыться, быстро вернуть свои деньги, и дальше мы уже будем зарабатывать вместе. Хотите узнать больше о франшизе Coffee Shake, заходите на портал bibos.ru.